Привет, мои хитовые! Я Василиса, и это Свежак. Помчали! Дженнифер Лопес выпустила клип на ремикс песни «Can't Get Enough» с участием рэперши Латта. Видео сняла Тани Муинья, которая работала как со Скриптонитом, так и с Карди Би и Lil Nas X. Песня «Can't Get Enough» — первый сингл с альбома «This Is Me Now», который станет ее первым лонгплеем за 10 лет и выйдет 16 февраля. Адель анонсировала 4 летних концерта в Мюнхене, Германия. После завершения резиденции в Лас-Вегасе певица впервые с 2016 года отправится с концертами в Европу. Специально для Адель в Мюнхене будет спроектирован уникальный стадион вместимостью до 80 тысяч человек. Данная серия концертов официально завершит эру 30. Ice Spice сообщила, что ее дебютный альбом под названием Year to Kill выйдет в этом году. Conan Gray выпустит новый альбом Found Heaven 5 апреля. Также в поддержку грядущего релиза будет представлен новый сингл Lonely Dances. Becky Hill анонсировала свой второй альбом Believe Me Now, релиз которого состоится 31 мая. Ранее Becky представила первый сингл из альбома Never Be Alone. Usher выложил официальный трек-лист предстоящего нового альбома Coming Home, релиз которого состоится 9 февраля. Делаем пометку в календаре. В феврале Heron Water дропнет новую музыку. Как чисто по секрету, это в феврале реально новая музыка, поэтому каждого обнял, приподнял. Пока новое музло от Федука ждет нас 9 февраля, ловим от Феди студийный вайб и легкий сниппет. Британская электронная артистка Shy Girl Boys Noize заколабилась со своей подругой Катей Кищук для выпуска новой версии своего недавнего сингла «Tell Me» в поддержку EP Club Shy. Инстасамка показала обложку нового сингла «Грустный дэнс». Ариана Гранде опубликовала новую альтернативную обложку альбома Eternal Sunshine. Также раскрылись названия некоторых песен из трек-листа. Из неофициального источника сообщается, что новый сингл Charlie XCX выйдет 29 февраля. Сергей Лазарев опубликовал отрывок нового старого сингла. Кстати, неплохая заявочка на хит. Вот только вопрос, почему его промо по качеству с каждым разом опускается до уровня 2009 года, когда Катя Клэп записывала пародию на фронталку сенсорной Nokia. Вспомните его последний флоп-альбом «Я видел свет». Как говорится, страх божий. А ты смотри, о, как давно мы были цвета одного. Я зажигал для нас с тобой второе солнце над землей. Lil Nas X опубликовал отрывок нового сингла. Выйдет ли альбом Jay-Z в 2024 году? 28 января в сети появилась информация, что Jay-Z готовит долгожданный альбом «Камбэк». Сольных релизов Jay-Z не выпускал с 2017 года. Источником новости стал клипмейкер Hit G-Watt.
Сначала он опубликовал скрин переписки, в которой написал, что едет на съемки с Jay-Z, а потом и снимок кинохлопушки с недвусмысленной надписью «Production альбом Jay-Z 2024». На это оперативно отреагировал лейбл артиста Rock Nation. «Впервые о таком слышим», — написали представители компании. Свершилась премьера клипа Depeche Mode на трек Before We Drown. Трек, вошедший в 15-й студийный альбом группы Memento Mori, релиз которого состоялся 24 марта 2023 года. Трек Brahms Need You Know пропитан подростковым настроением автора, возвращая его в нулевые года. Попытка написать композицию в стиле French House и диско дали интересное атмосферное звучание, которое запомнится каждому слушателю. Песня в жанре хаус «Холода» от Happy Danny, Nick Hodin и Zena Road повествует о цикличности нашей жизни и передает атмосферу расставания с некогда любимым человеком во время холодной зимы. Создатели композиции написали ее после преодоления трудного периода в жизни, а самая первая версия трека была в жанре тяжелого постпанка. Танцевальная работа Васка и Алекс Гош в жанре прогрессив хаус создает яркую, но в то же самое время глубокую атмосферу. Theory of Strings направляет ритм в нужное русло и создает привычное звучание жанра несколько другим. Мари Краймбери анонсировала новый сингл «Кто такая Мэри?». Премьера состоится в ближайшее время. Фит Мэри Гу и Оуджи Буда 2 февраля. «Людям идет любить, это прекрасно». Строчки из трека уже заедают в голове. Сия и Кайли Миног официально анонсировали совместный сингл «Dance Alone». Премьера состоится 7 февраля. Главные русскоязычные новинки этой недели. Слава Мерлоу, сингл «Запретить». Мэри Гу Оуджи Буда, сингл «Толстовка». Космонавтов нет, сингл «Не сиди на холодном». Лида, Серега Пират, сингл «ЧСВ». Сингл Хамали и Наваи, Муравей, Диджей Кейв, Дина Раф. Кухня цветут желтые цветы, это подсолнухи, их запах в воздухе, вместе с ними ты прислал стихи, прячу их дома с фотоальбомом. Томас Мраз «Фреска», сингл «Сезам». НЛО, сингл «Любовь». На раны, соль, но все мы ищем любовь. На раны надо слов, но все поют про нее. На раны, соль, я следую за судьбой. Не надо слов, за эхом найду на зов. Мия Бойко, сингл «Навигатор». И даже навигатор. Кричим о том, что известно Бог. Для этого нету причин. Оно любит тишину. Пока горит пламя свечи, пока еще тянет к огню. Зачем мы о счастье кричим? Оно любит тишину. Зачем мы о счастье кричим? О том, что известно двум. Для этого
быстро траливали. Тили-тили, траливали, ее сверли взглядами все парни. Она на стиле, музыка играет. Не подходи к ней, девочка гуляет. Девочка гуляет, девочка гуляет. Помню все от съемных хат, ключей и брелочка. Я возвращалась столько раз, знаю, что согрешила. И я хотела тебя до последнего звоночка. Но он звенел так громко, что я навсегда решила. Быть взрослой.
Twice выпустили новый англоязычный сингл под названием «I Got You». Этот трек является предварительным синглом грядущего 13-го мини-альбома группы под названием «With Yous», который выйдет 23 февраля. «I Got You» также стал третьим полностью англоязычным синглом Twice. A little reckless, I want the address. Calling young dumb love and it's just enough. Keep me guessing, how the story unfolds with you. When I'm walking into the darkness, I know you'll be right there lighting up the flares. When it's falling, I will follow you to the moon. Hey, though I never fall apart, even million miles apart, we were lightning from the start. На сегодня это все. С вами была Василиса. До скорой встречи!